Свыше 190 тысяч человек пострадали от наводнений на северо-востоке Китая. В зоне бедствия оказался городской округ Хулудао. Там погибли 11 жителей, еще 14 пропали без вести. Порядка тысячи людей не могут выбраться из водной ловушки. Спасатели доставляют им продовольствие и предметы первой необходимости на вертолетах. Затоплены 28 населенных пунктов, повреждены линии электропередачи. С перебоями работает и мобильная связь. Нарушено транспортное сообщение, закрыты школы и детские сады. Разрушено более 180 мостов. Местные власти подсчитывают ущерб от стихийного бедствия. Здесь сильно нарушено транспортное сообщение, затоплены дороги национального и регионального значения. Доступ к пострадавшим практически закрыт, из-за чего наша техника не может добраться до зоны бедствия. Сейчас в первую очередь мы предпринимаем усилия по восстановлению электроснабжения и связи. По предварительным оценкам, ущерб от наводнений превысит 1,44 млрд долларов.